Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перапетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами поиграем в игру, в которую я последний раз играл, наверное, лет 10 назад. И называется она Castle Story. Она про строительство, и если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Так давайте же начинать! Выбирать режим песочница я не буду, потому что там ничего не происходит, а вот вторжение — это уже гораздо интересней, и я не знаю, какую карту мне взять. Они все выглядят красивыми. Ну, мне знакомо слово зума. Когда-то такая игра была. Давайте выберем зуму. По идее, здесь в промежутках между днем и ночью будут на нас нападать какие-то каменные монстры. Я, честно говоря, эту механику не застал, поэтому точно сказать не могу. Но стопудово время от времени кто-то будет совершать набеги на наше поселение. И мы должны строить... Ей! Загрузилось, наконец-таки, вторжение. В этом режиме твое время ограничено. Орды мародеров уже на твоем пороге, и тебе сложнее выстоять с каждой новой волной. Так, все, не тратим время, давайте сразу начнем добывать ресурсы. Вот наши человечки, они, не знаю, желейные, они желтые, они красивые, но они должны работать, потому что если они не будут работать, то они умрут. А я бы не хотел, чтобы они погибли. Давайте сначала соберем лес, пожалуй, вот в этой зоне. Давайте, ребятки, начинайте собирать лес. Ну, а я параллельно дам еще несколько заданий. Например, нам нужны вот такие штуки. Называется это полено, и на этих поленах они будут рубить бревна на доски, а из досок уже что-то строить. Таких пунктов я, пожалуй, поставлю 2. Наверное, этого будет достаточно на первое время. Да, они, может быть, стоят не особо красиво, но это и не важно. Есть другие цели, которые мы должны выполнить. Хранилище. Так, отсюда враг стопудово не придет, и отсюда тоже. Значит, нам нужно защитить 2 прохода. Правый и левый. Ну, повезло с локацией на самом деле. Место не такое уж и обширное, которое придется оборонять. Так, хранилище у нас будет большим. Это все-таки одна из самых важных частей нашего поселения. Давайте, ну, вот таких размеров, допустим, его сделаем. Да, прекрасно. Смотрите, некоторые человечки уже начали рубить доски, но они хватают только в тот момент, когда появляется хранилище. А они смышленные, мне не нужно каждому из них отдавать команду. Они понимают, ага, мне нужно построить хранилище. Это моя мысль, Саня вовсе мне ее в голову не внушал. И смотрите, какие грозные лица такие. Ага, мы человечки. Так, чтобы еще им дать за задание, нам потребуется камень, пожалуй, друзья, чтобы построить первые стены. Да, я хочу строить сразу каменные стены. Наверное, можно было бы делать и из железа валуны. Да, вот валуны. Стройка? Нет, погоди, валуны. Мне нужны валуны. Добывайте валуны. Так вот, я забыл, что хотел сказать. Да, можно было, наверное, построить из древесины. Но, типа, камень же лучше, чем древесина, как мне кажется. Вот еще валуны. А вот эти валуны отличаются от маленьких валунов или нет? Ох, не знаю. Ладно, новое задание. Железо, уборка. Уборка, это, наверное, имеется в виду сбор ресурсов. И типа, если их поставить сюда, то, возможно, они будут собирать. Ну, допустим, поставили. Так, а кто-то будет собирать валуны или нет? Нет, они пока все заняты добычей древесины. И вот мне интересно, а как увеличивать население наших человечков? Тоже было бы крайне полезно. И оружием хотелось бы их снабдить в самом начале. Ух ты, сколько всего нужно сделать. Ну ладно, вроде бы кусок леса они уже вырубили. И скоро смогут перейти к другим постройкам. Слушайте, а наверное не нужно так много. Требуется очередь очистить. Наверное, не требуется нам так много досок. Хотя, пускай перерабатывают. Пускай перерабатывают, лишними не будут эти доски. Если вдруг что, буду строить наши защитные сооружения из досок. Или из бревен. Бревна все-таки потолще и покрепче, чем доски, по идее. Ну сколько вам там осталось бревен-то? Не так много. Уборка, сбор, сбор. Ну, хотя еще парочку деревьев придется им срубить. Ну, не так уж и много. А там еще валяется куча бревен. Но почему никто не хочет идти добывать камни? Может быть, у них кирок нет? Ну, у них же есть топоры, значит, логично предположить, что и кирки у них будут. Окей, тогда давайте поставим оружейная стойка, было бы классно. Оружия, правда, у нас нет, но оружейная стойка пускай будет. Где-то тут, возле склада. Одну оружейную стойку просто для того, чтобы была. Вдруг там можно будет делать оружие. Плюс верстак, друзья. Так, объекты. Верстак, да, отлично. Верстак будет находиться, опять же,
Давайте зона для крафта у нас пока будет тут. Конечно, потом мы все это дело будем размещать в больших зданиях, в красивых, но поначалу нам главное пережить хотя бы первую ночь, как-то освоиться, добыть основные ресурсы, сделать основные вещи. Да, они просто не могут добывать этот камень. Когда я им сказал строить хранилище, они взяли и построили. И то же самое происходит с верстаком. Новое задание. Добывать ресурсы. Валуны. Туннель. Туннель. Нужен нам туннель? Я думаю, пока нет. Сравнять? Блин. Тут же много уровневые. Ух ты, тут столько всего снизу. Пипец. Можно же будет тоннели реально рыть. Прям вот здесь. Как в настоящем муравейнике. Это сногсшибательно. Так, у нас появился верстак. И как? Производство. Снаряжение алебардщика, снаряжение лучника. Нужна ткань. Слитки железа. Ёлки-палки. Пока я не могу этого сделать. Веревки, ткань, фонарь. Я не умею такие... О, они добывают камень. Шикарно, друзья. Не могу найти хранилище. А это что, по-твоему? Они добывают камень. Класс, молодцы. Молодцы, мужики. Просто красавцы. Далее, стройка. Нам бы построить... Не, хранение это не то. Мне, во, блоки нужны. Каменный блок. Мы перекроем проход здесь. Чтобы ни одна сволочуга не смогла пройти. Вот такой зигзагообразный забор у нас будет на первое время. По-моему, не хватает, да, места? Хотя вроде должно... О, хватило, отлично. Ну что, если они начнут это строить, будет здорово. Плюс давайте, наверное, сделаем бойницы, через которые они смогут, не знаю, стрелять, атаковать как-то. И забор бы не помешал, или дверь, или что-то в этом духе. Но я не знаю, как это делается. Так, бойницы у нас будут вот так. В этих местах. Отлично, давайте теперь выберем одиночный блок, чтобы как-то эти бойницы закрыть. Вот так. И вот так, окей. Ну, пока получается у нас стена. Не самая лучшая, но тем не менее. Когда ее построят, друзья, вы увидите мой замысел. Но мне бы лучники не помешали, чтобы они могли отстреливаться из этих дырок, из этих бойниц. Хранилище почти полностью забито, потому что мы не тратим ресурсы ни на что. Окей, давайте построим тогда печь. Конечно, нам нужна печь. Вот здесь у нас переработка материалов, поэтому строим печь сразу. Что еще из заданий и из объектов? Ткацкий станок. Если бы я знал, из чего они делают ткань, мне было бы реально проще. Но я не знаю, из чего они делают ткань. Возможно, из растений. Так, а что еще можно собирать? Растения, да. Ну давайте соберем еще и растения вот тут. Небольшой участок. Вот тут, пускай собирают. Не знаю, могут ли они эту траву собрать или нет. Или нужны какие-то специальные вот такие растения. Ну, тоже поставлю тут задание, вот тут. Маленькую зону, вот такую. Это чисто для проверки. Никаких животных нет. И, в принципе, из хлопка можно делать одежду. Да и из растений тоже можно делать одежду и какую-то примитивную ткань. Да, они собирают растения, и им совсем не важно, что это обычная трава. Их это не беспокоит. Новое задание. Новые объекты. Еще больше хранилища нам нужно. Маленькое хранилище. У нас пол... Карты будет занимать хранилище, просто не иначе. А стена-то уже строится? Какой же ты сильный малыш, он просто таскает целые глыбы в одиночку. Ой-ой-ой, темнеть начинает. Тень приближается. Так. Тень приближается. Производство, да, делается ткань из волокна. Ну, допустим, моток веревки. 10 единиц того, 10 единиц того. Когда один чувак освободится, он пойдет... Что это за снетожон? Это что? Шатожон? Что это за фигня летает? Что ты такое? Скажи мне! Это шпион противников. Ладно, пускай делают ткань. Потом сделаем себе лучников. Древесина, в общем-то, есть. Блин, это так мило смотреть, как они трудятся. Такие малыши, а уже работают. Сделал ткань. И лица грозные. Я не знаю, что скоро будет что-то... Что-то ужасающее. Так, 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 да, блин, не могу выбрать. Слитки железа, да нет у меня железа пока, не умею я добывать его даже.
Ну а снаряжение лучника. Давайте у нас будет два лучника пока. Все, добавил в очередь. Сейчас, когда кто-то освободится, сделает два снаряжения лучника. Ну а железо. Так. Добывать ресурсы. Вот, добывать железо, а как? Им придется копать глубоко под землю, чтобы добыть железо. Плюс есть какой-то брелит. Непонятный. Что такое брелит? Ну окей, пускай добывают железо тут. Если, конечно, они смогут прокопаться в стену. Пускай тут кто-то занимается добычей железа. Железо нам точно не повредит. Вначале... Снаряжение лучника готовится, друзья. Посмотрите, маленький лук. Точнее, его чертеж. Блин, это так мило все. Просто сумасшествие. Давай, малыш, работай. Челик строит стены. Медленно, правда, конечно. Ему нужна лестница, чтобы подниматься. Так будет удобнее строить. Хотя тут, в принципе, нормально. Да, понадобится лестница, потому что потом, когда пойдет второй слой, он не сможет уже подняться наверх. Нам нужна по-любому лестница. Пускай будет вот такая. Чувак, это специально для тебя лестница. Можно даже ее, наверное, сделать немного иначе. Чтоб мы могли еще лестницу потом поставить при необходимости. Вот так. И вот так. И тогда каждый, кто пожелает, сможет забраться наверх. Молодцы. Все, построят сейчас лестницу. Ну и в итоге мы смогли защитить себя только с одной стороны. Но у нас есть комплект лучника. Да я не могу выбрать. А как выбрать? А, я выбрал. Нет, выбрать нельзя. Они, короче, когда понадобятся, сами, наверное, возьмут. Что за снайтажон? Сами возьмут комплект лучников. Ну, давайте еще сделаем, наверное, два. Что там по железу? Пока нет. Да, железом и не пахнет даже. Куча руды, куча блоков, но железа совсем нет. Кстати, а как они делают блоки? Я что-то не обратил внимания. Тут у нас, видите, труха, обычные камни. А в каком месте они занимаются производством блоков? Я реально не видел. Только сейчас подумал об этом, обратил внимание, а блоки-то уже готовые есть. Нужно будет посмотреть. А что, не хватает каких-то ресурсов для... Ткань? А что, ткань тоже вся закончилась? Я же сделал 10 того, 10 того. Это по одной единице я сделал. Потому что 10 волокна требуется. Давайте еще вот так и вот так. На будущее. Потому что я хочу сделать еще два комплекта лучников. А на одной стойке оружейной может храниться... А нет, нормально, много может храниться. Давайте сделаем еще два комплекта лучников. Потому что железа пока нет. Либо они слишком заняты, чтобы заниматься добычей железа, либо они просто не могут это сделать. Ну, в смысле, добывать его. Ну и, в принципе, можно начать строить вторую стену тут. В надежде, что хотя бы кусок ее успеют построить. Сильно сомневаюсь, конечно, но фиг знает. Ну, давай. Такс. Что за звуки? Они, похоже, просто эту каменную труху переделывают в блоки. Вот опять, я слышал звук, и, наверное, они и занимались изготовлением. Но окей, так, стена, ну тут, конечно, не очень красивая получается, но, в принципе, свою функцию будет выполнять. Хотя бы один уровень стены сделаем, уже будет неплохо. Не такой потрясающий, как здесь, с бойницами, со всеми делами, но... Тем не менее. У нас 5 жителей, мне нужны новые жители. Я призвал нового Бриктрона. Их зовут Бриктроны. У нас теперь их 6. Нужна энергия. Энергия кристалла. А как ее увеличивать? Наверное, с помощью как раз таки... Я понял. Нужна вот эта штука. Но это кристаллы, и они будут увеличивать энергию кристалла. Так, окей. Почему я не стал их добывать сразу? Я думал, это ерунда, которая, в принципе, пока ни для чего не нужна. А оказывается, это не ерунда. И оно очень даже нужно. Было бы у нас больше... Они сразу все бросились добывать именно эти алмазы. Забили на все, им нужны алмазы. Не могу найти хранилище. Это что, чувак, по-твоему? Оно огромное, хранилище. Живи, не хочу. Складывай, не хочу. Добывай, не хочу. Железо добывать никто не хочет. Вообще-то пора бы уже подобывать железо тоже.
Наверное, их нужно заставить копать вниз, туда. Туда, вон, вниз. Сравнять вот блоки, вот это вот все. Вот так вырыть, заставить их. Ладно, пока не буду этого делать. После нападения уже, если переживем. Ну, нет, на мощность кристалла это никак не влияет, друзья. Они просто это собирают и складывают. Ну, энергию не увеличивает. Значит, энергия увеличивается другим путем. А, они даже стену перестали строить. Хотя блоки, блоков нет. Для стены, блин, это оказывается очень затратно по ресурсам. Строить такие стены. Нужны еще камни. Нужны еще глыбы. Железо, валуны, давай. Но почему железо? Я им сказал, вот в этой зоне добывать железо. Они не добывают. Ума не приложу. Копать? Может заставить их. Типа вырыть здесь шахту. И там-то добывать уже железо. Ну давайте предположим, что у нас тут будет шахта. Но почему они здесь не добывают? Надо было их попросить тоннель сделать. Ну окей, тут у нас будет шахта по добыче важных ресурсов. Давай. Так, и поступим. Место все равно пока ничем не занятое. Так что можно организовать шахту. А стену надо было, наверное, ставить здесь. Все-таки было бы поэффективнее. И мы бы имели доступ вот к этим ресурсам. Я что-то об этом не подумал. Так, следующая волна появится через 9. Стоп, а что, уже кто-то приходил? Че? А вот, идут! На нас нападают! Тревога! Хватайте луки! Хватайте луки! Хватай, хватай, хватай лук! Э, мужики! Тревога! Ну нас атакуют вообще-то. А как? Дальний бой. Это чё? А как заставить их? К оружию, вот. Маленькая-маленькая кнопка справа в углу. Едва заметная. Но они схватили оружие и начинают отстреливаться через бойницы. Как и планировалось. Блин, урона, конечно, маловато. Хотя скорость стрельбы все компенсирует. Молодцы! Мои солдаты, молодцы. У нас там еще второй, как бы... Ребят, вы ничего не путаете? Они его не заметили, блин, молодцы. Да, прикиньте, какой хитрый враг. А ты заберись наверх. Я для кого лестницу ставил? Ты же сможешь забраться наверх? Да. И отстреливайся сверху. А он не может забраться сюда почему-то. Все, друзья, отбили первую атаку. Вернуться к работе всем. Без проблем, справились, не ожидал. Придется, конечно, местами тут стену подремонтировать, починить. Они ее так, довольно жестко потрепали. Надеюсь, стены чинить можно. И начнем строить слева стену, потому что кто знает, придет отсюда враг или нет. Тем же временем займемся рытьем шахты. Может быть, там будут полезные ресурсы. Они вроде как копают, вроде как собирают какой-то песок. Но песок-то нам не нужен. Нам нужны валуны и нам нужно железо. Новое задание. Ремонт. Ну, ремонт нужен, конечно. Чё? Во. Все ремонтируйте, давайте. Как будет возможность, начните ремонт. Так, а я пока подумаю. Где-то я видел функцию рытья тоннеля. Объекты. Чертеж. Сравнять. Копать. Вот, тоннель. Ну, давай попробуем вот здесь тоннель прорыть. Не сильно глубокий, но все-таки. Вот так. А наверх можно? А вниз? А, это скорее вот так, на меня. И вот тут. Давай. Ну, вот такой у нас, друзья, получится тоннель. Надеюсь, враг просочиться через него не сможет. Ну а мне нужен новый бриктрон. Не знаю, как его вызвать. Друзья, если вы знаете, как увеличить прирост энергии, пожалуйста, поделитесь со мной этим. Потому что было бы крайне полезно. И бойницы нужно было делать не одинарные, а двойные. Но тогда кирпич верхний, скорее всего, бы не держался. Хотя, если сделать изощренную систему стен двойную, тогда можно было бы сделать двойную бойницу без потерь. Без потерь, но... Это было бы сложно. Возможно, но сложно и...
Так, ну что, тоннели начинают рыть. А ресурсы, которые были выкопаны во время рытья тоннеля, они ведь, ну, будут складываться сюда, я надеюсь. И давайте тогда луков еще сделаем. У нас 6 чуваков на 4 лука. Нам нужно еще 2 комплекта. Так. Понадобится 1, 2, 3. 1, 2, 3. На будущее ткань и веревка. Склад пока строить я новый не буду, наверное. Зачем? Блин, очень медленно ребятки работают. Очень медленно работают. Тот, который роет шахту нашу. Карьер, да? Наверное, все-таки карьер. Здесь у нас будет шахта. Вот, смотрите, он добывает... Выпало железо? Он его разбил, что ли? Стоп, погоди, он что, его разбил? Я не верю глазам своим. Он что, разбил железо? Не, он добыл его все-таки. 14 единиц. Да, вот так надо заставлять их рыть железо. Понятно. Ну, тогда во время рытья этой шахты, этого карьера, железа будет добыто много, и мы сможем уже создавать копейщиков. Хотя сейчас, конечно, гораздо эффективнее лучники. Если их сделать много, по идее, каждый может боец стать лучником, то все будет здорово. Здесь я, наверное, какие-нибудь башенки уже начну строить красивые. 2 штуки. Здесь тоже это будет всего лишь стена, а лучники будут стоять на башнях. Все будет элегантно, все будет четенько, красивенько. Просто чудесно. Чел, ну, я понимаю, что ты приуныл маленько. А, хранилища у тебя нет, пипец. Мне надо оптимизировать как-то хранение предметов уже реально, ну, просто пипец. Ну, давайте здесь у нас будет дополнительное хранилище. Хотя там трава, которую можно было бы добыть. А здесь пеньки. Наверное, древесина будет со временем вырастать. Ну, давай мы сделаем еще одно хранилище тут. Все равно место ничем не занято. Типа, что-то я неровно поставил. Вот так, в тесноте, да не в обиде. Еще одно хранилище огромное. Специально для вас, желтые чувачки. Давайте, потому что скоро новая атака, а новый лук вы еще не сделали. Стойка для оружия нужна. Понятно, может быть, поэтому он и не хотел строить, потому что места просто нет. Под новые луки. Тут вообще-то очередь из целых 2. Но я им дал много заданий, согласен. И много времени вначале потерял. Но, может быть, перед следующей волной все же появится еще один бриктрон. Так хочется бриктрона. 15 пока максимум, может получится увеличить со временем. Но я бы хотел себе просто еще одного бриктрона. О, копают. Молодцы. Молодцы, просто молодцы. 480 алмазов. Которые нужны для чего-то. Объекты, что еще? Плавильня. Плавильню я делал. Погоди, я делал плавильню. Это разве не плавильня? Да, нам нужны слитки. Слиток железа. Стекло. Вот для чего нужен брелит. Для плавки. Ну, попросил их выплавить немного слитков железа. Пригодится для чего-то. Е! Новый бриктрит! Ха-ха! Бриктрон, точнее! Дружище, я рад, что ты с нами! Присоединяйся! Ай, молодчина! Ну и на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Работа идет полным ходом, я вроде как начинаю разбираться. Это здорово, надеюсь, мы проживем сколько-то. До новых встреч, удачи, покедова, будьте счастливы, друзья!